Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас будет такая работа интересная. У меня есть доска, и я сейчас ее подготовлю для работы натуральной темперой. И для этого я подготовила яичную эмульсию. Вот. Немножко сделаю яичную эмульсию. Я сейчас вот возьму ложечку в блюдце. Нужно еще добавить. И у меня есть такая синтетическая кисть. Немножко я ее окунула в воду и немножко добавила несколько капель воды в эмульсию. Тщательно размешала. И прокрываю такой вот кисточкой нашу доску яичной эмульсии. Это для того, чтобы, когда мы будем работать красками, краски не впитывались в основу. Как видите, когда мы прокрываем яичной эмульсией, у нас как бы проявляется сильнее фактура дерева, текстура. Не знаю, как правильно, можно и так, наверное, говорить. Вот. И сейчас я ее оставлю на какое-то время, чтобы она хорошо просохла. Но я имею в виду, это будет не час и два, я дам ей несколько дней. И мы потом продолжим наше видео с каким-то изображением, которое я еще буду подбирать для этой доски. Вот я так все хорошенько разровняла и оставляю. Вот эту доску, которую я прокрывала яичной эмульсией, мы еще после ее просыхания дополнительно прокрыли более таким плотным слоем желтковой эмульсии. И снова мы все отправляем на просушку. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. А в следующем видео я буду грунтовать такую же доску, только клеем ПВА. Всего хорошего и творческих удач!